Телеканалу «Прима» исполнилось 30 лет. На свой день рождения мы собрали друзей в Большом зале филармонии. Приглашенных встречали в фойе в голливудском стиле, практически на красной дорожке. Все транслировалось на большом экране. Гости общались, фотографировались. Подарком для всех стал концерт Красноярского духового оркестра. Под популярные мелодии на экране шли архивные кадры из нашего прошлого. На сцену поднимались друзья и коллеги. Они поздравляли телекомпанию и наших сотрудников с юбилеем. Я поздравляю замечательную телекомпанию «Прима». Сегодня неоднократно говорила со сценой, что это первая негосударственная телекомпания. И, наверное, для меня телевидение началось именно с телекомпании «Прима». В детстве, конечно, мы все смотрели, у нас не было выбора. Но Василий Владимирович, мой коллега Нелюбин, сказал, что когда это появилось в эфире, это стало какой-то сенсацией. Я помню прекрасно, у меня был такой цветной телевизор «Лазурь 714». И мы всей семьей сидели вечером, ждали эфира в этой телекомпании. Это просто стало частью нашей жизни. Проводочек, еще соединение. И вдруг на мониторе появились мы, телекомпания «Прима ТВ». Да, 23 часа 15 минут по красноярскому времени. Всем хорошего настроения, с праздником и здоровья. Это как вы прям как время рождения ребенка помните. Так точно.